Alicia Pictures. Дорогие друзья, на улице уже темнота, а мы только доехали из Карловар в Прагу. Ну и, конечно, зашли перекусить. Мы сейчас деткам заказали уже милкшейк. Покажи, какой шоколадный. Шоколадный. А это M&M. Выдали такие карточки, детки могут заниматься здесь. Здесь есть детская комната. Я тут нарисовала еще даже кексик. Очень странная штука. Мы прочитали меню на английском. Было написано, что это какой-то чакс. И оказалось, какая-то булочка очень странная. С капустой. С капустой. При этом она с мясом. В общем, очень непонятное блюдо. А еще мы заказали стейк макаронный. Столько не съесть одному человеку, но, по крайней мере, нам уже вечером. Что же здесь за комната? Ну-ка, пойдемте смотреть. Во-первых, здесь есть лазалки. Вау, какая комната в ресторане. Это обалдеть. Какие смешные лампы. Ух ты. Здесь есть, по-моему, здесь можно наливать напитки. Ух ты, здесь какая-то прямо кухня. Обалденная прямо кухня-кухня. Итак, мы сейчас заселились в наши апартаменты в Праге. Когда входишь в эти апартаменты, сразу направо одна комната. Привет, это будет наша. Это будет наша. А что это такое? Это маска, так, что ли? Так, это всякие ванные, банные принадлежности. А это замечательное шампунь. Полотенчико. Наш новый купленный рюкзак уже здесь обосновался. Идем дальше по коридору. Здесь у нас комнатка еще для двоих. Привет. Ага. Я застала малышек, которые здесь уже портят жалюзи. Нет, мы открываем окошко. Здесь вот такой вот шкафчик отличный. Здесь у нас ботинки. Ой, какие прекрасные розовые листики. Здесь... ванная. Ой, кого я здесь вижу? Ты решила уже поплавать? Да. Ой, какая классная ванная. Угловая. Отлично. Есть фен, всякие принадлежности. Туалет. Здесь все для кухни есть. И здесь телевизор. И еще две кровати. Это гостиная. Пасхальная Прага встретила нас множеством ярмарок по всему городу. Мы не смогли обойтись без уже полюбившегося нам трдельника. Смотреть, как его готовят, особое удовольствие. Ах, как же он пахнет вкусно! Был апрель, дул теплый ветер. И чувствовалось, что скоро станет совсем тепло. Хотелось петь во весь голос. Мама, смотри, это тот самый танцующий дом! У нас сегодня поедание десерта на огромной высоте. Это мега вкусно! Вот это надо же такое! Мы здесь увидели выдру, настоящую выдру. Господи, как она здесь оказалась? В реке, в центре Праги. Выдра, это же речная крыска. Водяная крыска. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Прямо около Карлова моста. Вот это да. Я очень люблю путешествовать и узнавать что-то новое. В Праге, например, самое главное – это Карлов мост. Когда мы, наконец, к нему пришли, то оказалось, что ничего толком не видно. Из-за людей на мосту не протолкнуться.
чего тут только не продавали и кого тут только не было. Мы решили сделать по-другому. Мы пришли сюда на следующее утро в 7 часов утра, застав здесь только тех, кто хотел сделать неповторимые снимки в Инстаграм. С Безлюдного моста открывались обалденные виды города. Было тихо, сумрачно. Город хранил свои древние тайны. Тишину Карлова моста сменил шум проснувшейся Праги. Пасмурное суровое утро как-то незаметно перешло в жаркий день. Самая главная площадь в Праге – это Староместская, по-чешски Староместо. Она и правда очень старая. Наверное, по ней когда-то гулял Карл IV, а теперь гуляем мы. К сожалению, на камере не передать запах. Прямо на площади. Вот это да. Смотрите на это. Ой, она все скушала сразу. Смотрите, маленький малышка козленочек. Малышки, кормите козленка. Ему нужно обязательно кушать. Все еще находимся в Праге, и я сейчас стою у стены Джона Леннона. После целого дня прекрасных впечатлений ресторан «Чистый стул». Нам его посоветовали местные жители. Вкуснейший томатный суп, вепшево колено, а попросту свиная рулька. А гуляш в хлебе был для нас чем-то совсем новым. Настоящая чешская еда была потрясающе вкусной. А картофельные кнедлики оказались сюрпризом. Внутри ждала мясная начинка. Наевшись до отвала этой вкуснотищи, мы возвращались по тихим улицам Праги. Бравый солдат Швейк желал нам спокойной ночи после удивительного дня. Ставь лайк и подписывайся на мой канал, на мой Инстаграм и на канал моей сестер. Всем пока! А мы пойдем отдыхать в наш номер.